что у нас находятся на рабочем месте. А почему они до сих пор в сейфе? Ну, мы оттуда берем. А, мы, сейчас, секунду, подождите. Сейчас, секунду. Саша, иди сюда. Все бюллетени должны были доставить, как это, как они не пропали у вас? А как у вас получается так, что часть бюллетеней всего лишь достали, а часть нет? Каким образом? Мы достали все. Мы достаем бюллетени по мере их надобности. Мы их по 50 порахували, берем 1, 2, 3, 4, реєструємо у відомості, що взяли, скільки то видано, і все, і зачиняємо сейф, і видаємо по 50. А какой смысл процедуры утренней начала комиссии? Это открыть сейф и выдать все бюллетени под расписку. Сейф сохраненный, бюллетени все на месте, печать стоит. По мере надобности выдаем по стільки, скільки треба. Мы же не можем на столах вот эти стосы, чтобы они рассыпались. И тут не мое дело. Здесь они должны лежать вот там, где лежат все бюллетени у вас на столе. Это не будет вот такой стопкой. Где их там ставить? Кто их будет охранять? А если что-то пропадет? И вы понимаете, на каждый стил, на каждый стил может быть потребна разная количество бюллетней. Тому мы так, вы мне покажите, где такое написано, что вы можете не доставать бюллетни из сейфа перед началом процедуры. Вы должны были достать все. Так положено, ребята. Это грубое нарушение. Сейф распечатан. Прекрасно. Вот именно, что сейф распечатан. Вы должны были, когда создавать сейф, вы должны были каждому столу и каждому члену, который занимается процедурой голосования, разделить бюллетени. Само, как бы, не касается, я понимаю, Даня, я понимаю, что сейчас бюллетни отдать? Там не может лежать, немає місця. Там нема місця. Где их там ставить? Куча тысяч, 5000 бюллетней, вы что? Там где двое сидят за столом, они работают, нема где покласти. Где мы будем? На подлогу, они мают лежать на подлозе, мы можем біля стола покласти. Я понимаю, что есть технические проблемы в том, что они не вмещаются на пол. Они все их хранятся не должны. Добре, мы их вынимаем, ставим на подлогу. Люди будут с подлоги брать и голосовать? Ну серьезно, вот, ну. Ну они все еще будут не должны. Добре, мы их вынимаем. Мы все достали. Подождите, не доставайте ничего, сейчас не.